Сюда я пришел вообще с нулевыми знаниями. Я толком-то не знал ничего про химию, занимался в этом году только химией. И к концу года я уже понимаю, что у меня есть знания, что я уже сейчас готов написать ЕГЭ. Причем знания хорошие, я уверен, потому что когда я пытался поступить в школу при медиа с углубленным изучением химии и биологии, я считаю, по химии очень набрал высокие баллы. То есть, и этим я благодарен, конечно, вот образовательному вашему центру. Очень мне понравилось обучение в этом году, так как были уроки весьма интересные, весьма наполненные материалом. Материал давался очень хорошо, очень как-то хорошо понимался. Очень доступно давали нам учителя этот материал, и было интересно учить и заниматься химией в этом году. Ну, мой преподаватель был весьма, я считаю, квалифицированно, умеет хорошо работать с людьми, давать глубокие познания, ну, весьма доступно давать материал, чтобы было понятно сразу, как применить этот материал на практике, и все получалось. Я бы еще раз хотел бы в следующий год пройти обучение у этого же преподавателя и дальше продолжать заниматься с ним, так как это мне весьма понравилось. Преподавателю хотел бы пожелать, ну, всего наилучшего, и я ему серьезно очень благодарен, какие знания он дал, вбил в мою голову. Я уверен, это было нелегко, я знаю, это было нелегко, но у него это получилось, и я ему за это очень сильно благодарен.